Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня мы будем проходить карту под названием «Мертвая тюрьма», что-то там «Страх за решеткой» или что-то такое. Да, ребята, мы проходим карту. Пожалуйста, не надо спрашивать, где Пиксельмон, давай Пиксельмон, не надо карту. Ребята, Пиксельмон будет тогда, когда будет Пиксельмон. Иногда можно поиграть и в что-то другое, с другим модом, с другой режим, в какую-нибудь мини-игру и даже попроходить карту. Я думаю, ребята все согласны, поэтому давайте начинать. Мне эта карта понравилась, поэтому давайте, в принципе, я ее скачал, и давайте, в принципе, сейчас попробуем, что это такое. Так, ну что ж, поехали. Нажмите для старта, давайте. Так, мы появились в камере. То есть, наша камера тут была, да? Это тюрьма. Так, проверим. Да, яркость на максимуме, чтобы было видно. В принципе, тут же тюрьма, да? Тут темно. Ух ты, это что тут? Так, это какой-то нам булыжник упал. О, там уже зомби. Там уже зомби на нас идут. Так, тут у нас ничего, тут у нас что-то есть. Это кого-то другого камера. Нет, так, сундуков нет, ладно. Не, ну в принципе... Ух ты, там уже долбится. Ну, в двери. Так, тут уже зомбаки. Ну, в принципе, если это... Ух ты, поехали, да? Так. Ну, в принципе, если это мертвая тюрьма называется, да, то это уже понятно, что тут зомби будут. Главное, чтобы они у нас за спинами не спамились. Так как я просто нереальное количество зомби слышу. Давайте чуть убавим звук. Да, вот, так более нормально. Так, что тут у нас? Давайте полутаем. Что тут у нас? О, еще хлебушек. А тут там у нас что-то попалось? Нет, там у нас ничего не было. Так, ладно. О, еще морковка. Ну, как я понял, история вот этой... Игры, как бы карты. Так, это у нас охранники тут. Так, тут его кровать. О, покушаем тортика. Ух ты, уже отлично. 4 хлебушка, и у нас уже есть шлем на протекшн 1. И булыжник, камень, то есть на смай 2, отлично. Так, там у нас блоки Б и С идут. Ну, как бы история этой карты, да, ты сидишь в тюрьме и... Начинается апокалипсис, и все превращаются... Ух, ни хрена себе! И как бы все превращаются, да, в зомби. Давайте это так сделаем, чтобы меньше лагов. И как бы все превращаются в зомби, да, кроме тебя. Ну, как обычно, во всех апокалипсисах. Мать твою... Так, значит, нам сюда нужно выйти, да? Наверное, я так думаю. А тут мы сейчас будем идти искать в ключи или что-то... Такое. Ни хрена. Так, ребята, начинается. Булыжника мы, конечно, не очень будем сильно бить. Поэтому... Я... Ни хрена себе, сколько вас тут, ребята. Так, я лучше думаю вот такую тактику. Сейчас я другую тактику какую-нибудь выберу. Так, идем сюда. На лестнице будет намного легче. Ой, как или нет. Так. Что там из них? Палка какая-то? Ух, не-не-не-не-не. Фу. Вроде отбились. Ну там за железными дверями еще ходят, но они сюда никак не... Да не прорвутся, напугал! Твою мать. Да они тут спавнятся. В принципе, логично, тут же темно. Да так, в принципе, вечно тут можно... Стейк, отлично. Или не спавнится. Так, давайте все пока что облутаем, что тут может быть. Ага, значит, два рычага у нас уже есть. Значит, двери какие-то нам все-таки нужно будет открыть. Так, тут у нас ничего, там зомбарь. Сейчас зомбарь, погоди, так, тут тоже ничего. Так, значит, пойдем мы на второй этаж. Сундук. Ух ты. Шарпнес. 2. Ага, значит, нас уже и...
и топорик есть. Но топорик ломается, поэтому не будем мы его очень часто использовать. Еще сундук. О! Так, радует, что уже хотя бы еда есть. То есть, да чё... Что можно отхилиться. Это уже отлично. Так. Куда нам сейчас нужно идти? Можно выйти сюда. Твою мать! Вот, вот ты пугаешь! Ни хрена себе, я дрыгнулся. Фух. Капуты. Да. Так, можно выйти сюда, но, как я понял, лучше всего выйти в... А-а-а, значит, нужно сразу варник Hide Voltage. Так, чё? Свет включается. Значит, первым же делом нужно бежать в конец комнаты, чтобы включить свет, чтобы более-менее видно стало, да? И чтобы... Чтобы светло было, и чтобы они не спавнились. Ну что ж, ребята, давайте побежали через эти всех зомби. Бежим, 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 бежим в конец комнаты, точнее в конец коридора, куда-то сюда. Так, включаем, включаем. Включили, отлично. Так. Свет есть, поехали. Валим, валим, валим. Я надеюсь, что эта карта более-менее будет долгая, так как действительно она мне пока что как бы нравится. Ага, значит, сюда нельзя войти. Так. Я думаю, будет хотя бы пару частей, как бы... О, а, зачем я покушал? О, ну, в принципе, есть, отлично. Так как 3-4 части, я думаю, будет прохождение с этой карты. Так, тут у нас больше ничего нет. Давайте поднимемся на второй этаж, если тут, конечно, есть лестница, есть. В принципе, лутать, ребята, нужно все. Так. Твою мать. Так как попасться как бы все может. Да чё ты, да... Во, отлично. Так, ну хилка, хилка пускай будет, да. Так, сколько у нас уже там? Нормально. Так, главное тут не упасть. Тут у нас ничего нету. Ну тут у нас сундука нету. Тут у нас тоже ничего нету. Ну, в последней комнате 100% должно что-то быть. Нет, нет, ладно. Ху, о, кстати, кстати, что тут у нас? Ух ты, сколько там сундуков. Ну, я... О, уже более-менее. То есть еды у нас уже будет достаточно. Ну нормально, да, еды уже у нас хватает. Сейчас, куда бы нам пойти, куда бы нам залутать? Тут есть какая-то лестница, если, конечно, сюда можно, можно забраться. О, сундук. О, еще один рычаг. То бишь, как я понял, отсюда нужно 100% выбираться. Или нет? Ну там же есть двери, да? Вот сюда можно забраться, что-то залутать. В принципе, рычагов у меня хватает, но я боюсь, что потом не хватит. Ладно, давайте выбираться отсюда. Поехали. Нихрена себе. С булыжниками, с палками. Со всем, что только возможно. С мечом даже железным, зачаренным бегает. Так, офигенно, у меня топор сломался. Так, будем их так по кругу водить и по кругу ебить. Да они даже не хреново одеты, так полностью в кожаной броне. Так, главное, мы убили, у которого железный меч был. О, каменный, точнее. Кожаной, зачаренной броне. Некоторых есть. Не полностью, конечно, но... Так, почти мы их убили всех. Отлично, ребята. Фу, когда их там столько выскочило, капут.
Фу. Так, 18 уровень, ни хрена себе. Так, может где-то тут у нас спрятаны сундучки? Нету? Или все-таки будет? Нет, нету у нас тут сундуков, как я понял. Нету. Ух, дождь пошел. Не очень отлично. Так, чё мы выбили с них? Ни хрена мы толком не выбили. Так, давай, в принципе, вот тут открытая дверь, значит, мы сюда и побежим. Побежим мы сюда. Поднимаемся. О, меч, отлично. Тут что нам сейчас делать? Ага, спускаться вниз. А, ну, в принципе, да, рычаги у нас есть, поэтому мы сможем и на той стороне открыть двери. Главное, чтобы еще тут никто не заспавнился. И тут, в принципе, карта же продуманная, я думаю, они не будут спавниться, хотя и не знаю. Ух ты, уже ломится. Но сначала мы все-таки поднимемся наверх, вдруг тут сундук будет с луком. Отлично, ребята. То есть у нас уже есть лук. Офигенно. Ну что ж, поехали. А, тут только всего один. Отлично, с него еще и рычаг выпал. Так, тут у нас ни хрена себе палочка на шарпнес. И кнокбэк, да? Да, отлично, кнокбэк все-таки, я думаю, пригодится. Ну, в принципе, да, с этого рычаг выпал, чтобы эти двери открыть. Ну, что, зомбак, никак ты меня тут не достанешь? Твою мать, достал. О, штанишки. Штанишки с него выпали. Ну, не очень, конечно, они целые. Ну, пригодится. Так, побежим и сюда. Сначала направо, и там же вроде еще проход налево есть. Еще куда-то. Ни хрена, сколько вас там, ребята. Так. Зомбари. Так, отталкиваем их так назад. Ни хрена себе, сколько тут зомби, да капут. Сколько мне вас убить нужно, чтобы выбраться отсюда? Нужно было подсчитывать эти все убийства. Так, все, отлично, убили. Так, давайте доберемся вот туда, до конца. В принципе, еды на данный момент у нас еще хватает, поэтому... Лагает, потому что дождь пошел. Зомбари. Так, толкаем их туда всех. Толкаем. Главное, чтобы сзади сейчас никто не... Ух, вас тут набежало, ребята. Сзади никого, но зато вот тут за решеткой их столько, что сдуреть можно. Главное, чтобы у них там прохода не было. Хотя если вот их сколько берется, значит у них там еще и проход есть. Это не очень хорошо. Уже ночь, и это не очень хорошо. Ух, ни хрена себе, сколько вас тут, ребятки. Лучше все-таки день. Ночью как-то неохота проходить. Хоть это не хоррор-карта, но чувствуется немножко атмосфера. Ребята, да вы что, вообще охренели? Да сколько вас там? Ну да, там у них, наверное, все-таки выход есть. Что они вот такими тучами, просто нереальными тучами. У меня еда кончается. В смысле, голод начинается. Поэтому и РХП не регенится, если сейчас кто-то сзади подойдет. Слушайте, вы уже задрали, ребята, сколько вас там? Они прут да прут. Они что, могут через стенку вылазить? Нет. Фу, вроде справились. Но вот за это, вот тут они меня напрягают, так как их тут просто нереальная куча. Если они отсюда смогут выбраться...
Хп это конечно дохренище, но смысла не хренище, так как... Нет, ребята, манал я вас бить, я вас уже такими кучами надыбал, что... А, ну конечно, они отсюда вылазают. Их там столько, что сдуреть можно. Ну, спавнера тут 100% нету, потому что как бы нету, да? А вот сейчас я просто-напросто не имею понятия, где мы вообще шастаем, где там вход был, где там выход был, откуда мы вышли и откуда мы должны зайти. Ага, значит, тут у нас ни хрена нету. Значит, нужно возвращаться назад. Ладно, ребята, давайте на этом закончим первую часть прохождения этой карты. Если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Но я говорю, что иногда можно все-таки попроходить карту. И, в принципе, ребята, если хотите, будет вторая часть с этой картой, если вам понравилось. И всем желаю удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока. Всем удачи, всем пока.